Так, все. Пошло. Да, все отличнейшее вообще. Так, все. Видосик пошел, сами видите. Все норм. Продолжаем. Что за господи? Вот, так, все, ребятки, вы здесь, да? Вы здесь есть? Вы здесь тут? Сознавайтесь. Сознавайтесь, ребята, вы здесь? Да, вроде все пошло. 43 секунды уже идет. Энкод пошел. Да, все, 7 виверов показывает. Поехали дальше. Блин, надо аптечки с собой таскать. Так, вот следующий. Выиграть на пару минут? Охренеть теперь. Ребята, сори за такое вот стечение обстоятельств. На самом-то деле, то есть это зависит немного не от меня, это зависит от программы, через которую я там. Ох, ни хрена себе. Такой одинокий сектоид такой. Куда? Куда ты пошел, господи? Парень, тебе пипец. Нормал. Давай-ка сюда. Обезвреживай. Ах, сейчас как пахнет. Да вообще без проблем. Так, ты сюда. А вот ты. Мидбэк, давай, не подведи, зараза родной, давай. Так, ну, во-первых, здесь дизарм. Здесь, сюда. Все, норм. Есть. Нет, ребята, здесь не в ресурсоемкости дело, это FF-сплит, это альфа-версия программы, это 0.5.5.0 версия, видите, даже не 1.0. Именно поэтому есть с ней возможность крашей ресурсоемкого. Давайте посмотрим. Ну, единственное, что можно хром, наверное, закрыть, да? Все, закрыли хром. Все, то есть загрузка CP 50 34%, физ память 53%, то есть здесь ничего такого нет. Это не от меня зависит. Что это такое? Что, простите? Убейте всех оставшихся придурков. Ужас. Ужас. Так. Давайте-ка. Опа. Один ход еще есть. Идем сюда. Так. Открой дверь. Тут тоже еще один ход есть. Идем сюда. Так, стоп. Открываем дверь. Сохраняемся. Бэк, все. Отбегал уже свое. И... О, у нас же Пафнутий. Пафнутий. Так, здесь ничего больше нет. Вот тут всякий день сидят. Завозим. Что за звук? Что за хрень? Чувак, я с ума сойти можно. Это что за хренотня такая? Хедшот, ну-ка давай. Пум. Да лол. Да. Вот как можно было так промахнуться? Вот объясни мне, а. Вот мидбэк, вот объясни мне, как ты мог? А, тут 90%. Разметали. Че за облако добра такое? Что это за облако добра? Так, ничего не вижу. Сюда. Вижу теперь. Огонь. Хорош. Но не убил. Заметьте, кстати.
Мы никого не видим. Ой, сейвимся. Ой, сейвимся. Облако ядовитых испарений. Ну, парень перед смертью, походу, успел сделать свое грязное дело. Сейчас кто-то один умрет. О! А-а-а! Зараза! Девяточка. Еще такое, знаете, это самое, типа к микрофончику. Класс. И меня убили. Трешечка. Что это такое? Что это значит? Лодим сейчас. Че остается-то? Медведь, я так себе вообще. Ладно, давайте. Попадет, не попадет, попал. Да чтоб тебя. И это сейчас попадет. То есть, вот видите, да, ребят, нет вот такого рандома, похоже, как в первой части. То есть там можно было ребутаться, сколько вообще вопрет. То есть там действительно рандомная генерация всего это было. Ну-ка, еще одна проба. Опять сныкался, опять убил. Да, бесишь. Ну давай, стреляй че. Ха, вот сейчас меня не убили, кстати. Нет, все-таки рандомность есть. Так, нет. Мидбэк все равно люто умирает абсолютно. Так стреляй же, ну что ты? А, фланганули. Окей. Понятно, окей, давайте-ка, давайте-ка. У нас там есть один спасительный пахнутий, который вполне себе сыграет, может быть... Нет, не сыграет. Оу. Просрал ход, зараза. Ой-ой. На нас немножко плюнули. Так, ну тут я умираю. Вообще без шансов. Уйди в печь. Бесит. Загрузить чутка раньше? Не-не-не-не. Попадет, не попадет. Промазал. Ядовитый пацан, послушай. Сейчас как... Да, правильно. Попал, не попал. Да твою там... Да? Зараза мелкая. Давайте лоднимся чуть пораньше. Чёртова сын Мэна, а? Горите вообще пламенем синим. О, вот это печально. That alien is unusually human in its appearance. They could be using it as an infiltration unit of some kind. I'd recommend capturing it for further analysis. Нет, ну этот, понятно, умрет сразу же при том. То есть, наш хороший друг Орлеан сделает свое дело. 90%. С пулемета в упор, по-моему, умирают вообще все. Предлагаю сваливать на теплую базу. Не, не канэ. Если только без нас. Так.
Так, ну-ка, чувак, давай-ка сюда. Снопа это хорошо, но жизнь лучше. Тум. Промах. Еще разочек. Тум. Давай-давай. А, не хватает. Черт. Так, тут тоже не пройти. Мне тоже как-то надо спастись будет, да? Так. Молча сохранимся, шмальнем и свалим. Не вижу ни черта. Обидно. Ладно, давай сюда. Вот, блин. Попал. Так. Трешечка. Неплохо. У тебя снайпер паникер. Нормально. Так. Лодимся. Надо как-то свалить мне. Опа. Я буду живиться. Так, этот пацан здесь. И мидбэк все равно умирает, смотрите, а. Нет. Да вот ты зараза, а. Вот вы на это посмотрите только, а. Сволочи мелкие. Бесят. Так, дружище, сваливай. Не получится. Ну, пробуем. Был бы я, был бы все решено за 5 минут. Вот зараза, а. Сейчас этот верхний тоже так же. Да. Бесят. Слов нет просто. Вообще слов нет. Так, у кого еще есть ход? Сознавайтесь. Нет. Вообще не вижу. Нет. Нет. Надо было выходить и стрелять оттуда. Сюда вот выйти. Так. Да. Эти-то за укрытиями все, а вот этот нет. Блин. Попадет, не попадет. Попал. Опять 4. Ну, этот добивает, такой клевый, типа. Все. Вот. Начинается. Самая большая проблема. Игра реально начинает просто бить по мозгам. Вот кроме шуток. Не то. Очень... Так, нет. Так, да, вот это вот. Еще 12 часов можно будет играть. Ай-я. Так. Ходы есть, ходов нет. Что за хрень? Так, ты сидишь вот тут. Я сижу вот здесь. Следующий. Ладно, все, давайте. That alien is unusually human in its appearance. They could be using it as an infiltration unit. Ничего, ничего не переписал. Вот я сейчас перепишу. Лагю кого-то, да, со стримом. Сейчас посмотрим. Сейчас, секунду. Да сделать его по умолчанию, сделать. Так, отличненько. Так, орлянище, давай-ка. Выходишь сюда. Ну, зашибись. Прям в голову. А, о, мистнул. Василий, вы косорук.
На тебе. Хорош. Так, секунду, сохраняемся. Так, я бегу вот сюда. Ага, спалился. Ай! Ай! Ладно, полежу в больничке. Ничего страшного. Огонь. Хорошо. Великолепно вообще. Абсолютно, абсолютно офигенно. Так, следующий. Так, что-то я не понял. У нас же, по идее, 4 человека-то. А, ну да, все правильно. Мяско. Мяско-сумка. Сохраняем. Хоть как-то. Нет, ребят, сами как видите, у меня, по крайней мере, стрим не лагает. Взял так, снычился. Зараза. Попал, не попал. Лошпед. Все, товарищ. Теперь вам полный абзац. Вот, давай-ка с шотгана по нему так. Хорошо. Фух. Да, ребята, мы справились. Все, сейвим. Это можно отпраздновать. Я сейчас чуть кирпич не родил. Все понятно. То есть там, в принципе, можно наверх зайти, да? Давай-ка, давай-ка, давай-ка. Давай-ка, давай-ка, давай-ка. От зараза. Вот это неудачно. Вот это я не очень. Перезаряди без проблем. Так, 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 так. Да, вижу. Открыли двероньку и так сюда вот так. Ты у нас можешь сюда пройти. Немножко такие, да, закосанные выходим с миссии на самом деле. Но это нормально. Так. Это, зараза, не можем. Дэш на лесенку. Так, ты у нас дэш сюда. Так, мидбэк. Занимай нахрен снайперскую позицию, мидбэк. А, великолепно, абсолютно. Ну и я. Это как пушечное мясцо. Сейвимся. Ну, дверь-то открывать кто будет? О, нормально. Привет, парень. Слушайте, похож ли ты на человека-то, а? Реально ведь похож. 52. Давайте. Готов. Yeah. Мы сделали это. Слушайте, реально выжимает ведь, а? Вот, то есть, вот реально, вот, вот, вот. Физически ощущается напряжение.
Минбэк, мы с тобой будем в лазарете валяться. Только ты на день больше, чем я. Давай-ка посмотрим. Да, возьмем тебе то же самое. Чтобы стрелял в область действия. Firing the primary weapon in the first action no longer ends the turn. Ага, прикольно. Suppression enemies also. Так, вот это вот тема. То есть в начале хода, если мы стреляем, то ход не заканчивается. Он у нас все еще будет. Так. Что это такое? All the support move 3 additional tiles. Yeah. Reaction shot to trigger an enemy attack, not just movement. То есть, грубо говоря, здесь мы можем отвечать атакой на атаку, не только на передвижение, а здесь мы можем двигаться на единичку больше. Че лучше? Здесь брать первый перк? Вот здесь вот. Здесь первый перк, да? Орлеан, здесь первый, да? Орлеан! Орлеанище. Так-то ответка это хорошая штука. Атакой на атаку. Все, окей, берем. Так, и тут у нас плюс 5 дефенса per enemy inside. О, чем больше противников мы видим, тем больше у нас армора. Плюс здесь critical chance per enemy inside. Ух ты. А здесь чем больше противников мы видим, тем больше у нас крит. Броня или крит? Броня или крит? Ребята. Тит, я только начал игру. Это буквально третья, если не четвертая вылазка. То есть еще никого не ловил. Спойлерить, пожалуйста, не надо. Броня. Броня или агрессия? Броня или агрессия? Крит, давайте крит. Так, все, окей. Сектоид, Thin Man. Ух ты, 118 ботинских. Окей. We will be watching. Да-да-да, бла-бла-бла. Так, теперь самое что интересное. А теперь мы инстантно получаем инфу про Thin Man'ов. Смотрим ролик, ребят. The tall one has, up until this point, been unofficially referred to as the Thin Man. Initial testing has revealed a concerted effort by the aliens to modify this specimen's genetic structure in such a way as to make it appear human. However, on closer inspection, they seem to have had some trouble concealing the eyes, which appear to be reptilian in nature. Короче, Thin Man, они рептилии, перехреначенные под хуманов генетически. Так, прочитаю потом, сейчас пока вот никакого желания нет. Так, Alien Materials, Beam Weapons. Давайте. Так, 14 дней у нас есть, 9 ученых. Build by items. Build. Уже построено. Submit. Так, два сделано. Бараки, солдаты. Так, load out. Ребят, объясните мне, идиоту, где улучшить пушку? Где накрутить на нее прицел? Вот кроме шуток. Ничего не понимаю. Так, кому-то нужно было одеть пакет на голову, лол. Так, поменяй цвет костюма. Пафнуть и тебе, что ли, поменять цвет костюма? Давай. Так. Сделаем вот так вот. И одену тебя в розовый. А, фиолетовый. Слушай, клево выглядишь. Так. 11 дней. Килпи. Килпи. Ох ты, а.
Forgive me, Memorial. Роберт Уоллес погиб. Нет, не будем никого нанимать. Тигриный прицел, это типа перка, а не фактически прицел. Понятно. Давайте-ка. Кастомайз. Нет, там. Так, гранатами мы не пользуемся. Выносит нужное нам оборудование. Так, Situation Room, Grey Market, Thin Manor. Нафиг. Сектоидов тоже туда же. Все. Вообще, должен уже лазерки изучать. Так уже изучаю. 14 дней. Так, ребятки, сори, я сейчас на минутку отойду. Не теряемся. I am back.
Так, я вернулся, ребятки. Вот, я надеюсь, не разбежались. Нет, вроде не разбежались. Давайте сначала на СК2 творится. Тут, по-моему, сейчас реально только самый ленивый не играет в XCOM. Ну вот. Ну вот, я еще. Да, хапанул еще один минус, походу. Блин, за что, ребят? Прицел на дробовик не смешно. О, еще как смешно, поверь мне. Нормал, нормал. Это не просто прицел, это эльенский прицел. Так, что у нас там? Давайте в ангаре посмотрим. Кстати, ни разу не было в ангаре. You ship list. Raven. Ребята, Avalanche Missiles. А, это так... Знаете, вот просто, как только начинали... Как только я начинал играть в первый XCOM, сразу же заимел себе привычку. Изначально в экипировке был Stinger Missile. То есть, его нахрен закупаешь сразу 4 Avalanche установки и 8 Avalanche ракет. А лучше 6... Нет, хватало только на 10, если я ничего не путаю. В плане складов хватало на 10. И все, и вот и экипируешь. Блин, ребята, Avalanche Missile, офигеть. Офигенно, офигительно. Тогда фонарик красный, дуршлаг. Нормально. Блин, ребята, так охренительно. Вот у нас еще 2 слота для истребителей. Еще есть 2 слота. Офигеть. Так, ладно, давайте-ка. Поехали. Cancel report. Commander, we're tracking several reported abductions via the hologlobe. I've got the coordinates locked in. Канада, 4 инженера, 200 баксов, 4 инженера или new recruit. Давайте как инженерам. Блин, ребята, это знаете, это просто это... Ой-вей. Я обожаю эту игруху, я ее уже обожаю. Реально вспоминаю, что было. Edit. Ребята, кто хочет присоединиться к команде? Давайте. Ребят, давайте пишем, кто хочет присоединиться к команде. В чатик, пожалуйста. Да, кстати, давайте посмотрим на... А, да. Вот кто хочет. Точно. У нас своя фишка, так что вот. Armor feel. Зелененьким будешь. Зелененьким в шлеме. Ну, это уже не важно, в принципе. Вот так вот. Шикардос вообще. Ребята. Это что-то с чем-то на самом деле. Это вот то, что я люблю. Ребят, не забываю жмакать вот сюда, вот те, кто на СК2 сидит. Сейчас на Гохе еще посмотрим, кто что пишет. Вроде обещал, что буду отвечать на месседжи на Гохе, но так ничего не делаю. Полетели. Да, днем пришли. The drop site for this operation will be in Canada. We've picked up a local broadcast indicating alien activity within a major metropolitan area. We should get down there and eliminate any hostiles. Operation Morbid Skull. Yeah. Launch mission. А что, не в Нигерию? В Канаде еще не были. Я люблю путешествовать.
Так. Туда у нас ничего. А идем мы, походу, вот туда вот, да? Так, там у нас... О, машина. Прикольно. Беженцы, что ли? Да, все правильно. Так, 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 пафнутий, пафнутий вперед. Пока никого не видим. Кстати, сейчас мы играем без снайперов. Заметьте. Вот сюда вот. Вот сюда вот. Все за машину. Кроме вылупливания инопланетян, что не будет, а выпиливание, само собой. То есть здесь нужно просто-напросто смотреть. Смотреть и наблюдать. Вот, вот это я зря. Человек шмальнет, зараза. Или этот шмальнет. Нет, не шмальнет. О, лол, да ладно. Так-то печаль. Так. Так, так. Огонь, давай, орлянище. Ай, хорош. Сложность классик. Надо аптечки изучать. Срочно. Так, второе у нас где-то вот тут вот. Давайте к окошечку. Слышали звук, да? Это как бы из классика на самом деле. То есть... Это да, это одно. Блин, ребят, я так обожаю эту игру, вы бы знали. Она такая клевая. То есть все, что делали с игрой до этого, это было просто чистейшее насилие. Вот это классно. Я знаю, что машина взорвется. Мы как раз таки отбежали. Сейвимся. Вышел, стервец. Ха-ха-ха, не попал. А, ну вот, если куст взорвется, я просто охренею, если честно. Так, Орлеан у нас только слышит, но не видит. Эх. А нет, можно вот сюда вот. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Давай, зацепи, зацепи. А, не цепляет. Нет, не цепляет. Ладно, подбежим поближе. Давай, давай, есть. Да ладно, лол, не убил? Быть не может. Невозможно. Мне, чтобы с шотгана промахнуться, это, конечно, суметь. На. Лол. Overwatch. Все горит к чертовой матери, а. Три сектоида у нас. Как вас нахера? Господи. Далеко разбежались, можно было бы одну гранату снести. Одну ракету, точнее. Ай, рейнджа не хватает. Так, сейвимся, пробуем. Так, давай сюда. Ой, лишь бы смог. Ой, лишь бы смог. Огонь. Я не то хотел. Так, гранатой. Возьмет, не возьмет.
Хорошо. Отлично. 53. Промах. Еще раз. Зараза. И теперь мы все умираем. Да. Ладно, хоть миснул. Попал. Нет, миснул. Ха. Так, ты будешь знать. То, что снайперов нет, это очень хреново на самом деле. Так. Орли не видит. Сюда. Ай, хорош. Ай, хорош. Граната, что ли, кинуть? Промах. 39%. Гранаты нет. Fire running gun. Очень надеюсь, что это действительно сработает. То есть мы дэшим, а теперь так единичкой. На! Прямо в голову. Огонь! Ай, хорошо. Да, мы это сделали, ребят. Какой-то кантри играет. Паника в Нигерии. Окей. Officer Training School. Прикольно. Shredder Rocket. Офигенно. А это у нас? Grants reaction fire and single target. Shredder Rocket. Да. Так, я надеюсь. Тут просто смотрят. О, блин. Окей. Отлично. Так, что у нас происходит? Ничего у нас не происходит. Неска, давай, у нас что происходит? Да, пафнуть, пафнуть и отжог. Force is the first reaction shot against this unit, each turn to miss. Прикольно. Close and personal. Короче, либо крит, чем ближе, тем больше крит, либо Lightning Reflexus раз в ход в нас попасть не могут, то есть если один инопланетянин. А давайте Lightning Reflexus. Здесь у нас... Ну, понятно. Хэви, еще один хэви. Так, потеряли двух на несколько дней. Сектоид корпс. Weapon fragments. Окей. We will be in touch, commander. Так, инженера. Ну-ка, нахрен, давайте пилить эту. Quantity 1. Back. Build facilities. Satellite uplink. Вот сюда вот давайте-ка. Alien containment. Давайте начинаем. 7 дней. 7 дней у нас на это есть.
сейвимся. Так, ребята, знаете что? Не забываем жмакать вот сюда, вот те, кто на СК2ТВ сидит. Те, кто сидит на Гохе, не забываем жмакать вот, вот, вот здесь плюсик должен быть или что-то типа, вот что-то типа того. А вообще абсолютно все, кто здесь есть, не забываем жмакать на follow на Twitch TV. Это как бы, в принципе, это вообще не принципиально, но есть у нас идея набрать 1000 фолловеров. У нас сейчас есть 67. До 1000 осталось, ну, сами посчитайте. 1923. Вот. То есть вот жмакаем на follow. Регистрация времени вообще не занимает. Такие вот дела. Если есть желание отблагодарить стрим, то вот реквизиты. Каждому рублю буду реально рад. Даже если рубль один будет, все равно очень буду рад. Сделано отлично. Спасибо большое, Тит. Хорошие инженеры, 5 дней и 100 баксов. Вообще отличненько. Так, ребятки, знаете, на этом, пожалуй, сегодня закончим. Продолжим завтра. Вот. О, смотрите, еще один минус словили. От зараза, а вот за что? Уже оттуда жмакались на СК2ТВ, все, кто хотел, нажал. Нет, далеко не факт, потому что при начале стрима было 85 минусов, теперь 87. А давайте я тоже свой добавлю, господи. 88 будет. Конечно, шучу. Вот так вот. Все, ладно, ребятки, давайте всем большое спасибо за присутствие. Не забываем подписываться на Твиче, потому что это реально важно и нужно. То есть не забываем подписываться на Твиче. На Твич нафиг не забываем подписываться. Вот. Ладно, ребят, всем спасибо. Следующего бойца Фолка. Давай запишем. Фолка. Следующий. Вот так вот. Отлично. Все, сохраняем. Музыку. Так, все, окей, окей, окей. Все есть, все есть. Не забываем лайкать, не забываем подписываться. Все, ребятки, спасибо большое за присутствие. Всем пока, 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 пока. Следующий стрим будет завтра, наверное, ближе к вечеру. Вот для того, чтобы узнать, когда, подписываемся на Twitch. Вот сюда, вот там сразу же отобразится, когда, что и где, и все такое. Ну, либо на Twitter. То есть, вот у нас ссылочка на Twitter. Ну, либо в группу ВКонтакте, хотя, в принципе, можете в нее и не подписываться, потому что тут как бы, ну, как сказать, очень изредка выкладываться. А вот здесь вот сразу же идет оповещение. Вот, ладно, ребят, всем пока. Всем доброй ночи.